Здравствуйте, товарищи. Наша сегодняшняя встреча – это вторая встреча на выставке, посвященной 150-летию фотографии. Выставка настолько разнообразна, что мы не успели вам показать ее всю, и думаю, что и в этой второй передаче тоже будет показана только какая-то часть. Но, тем не менее, мы сделаем попытку пошире ознакомить вас с экспонатами выставки. Фотографии 150 лет. Давайте заглянем в ее детство. Вот оно перед нами. Впрочем, наверное, это все похоже и на сегодняшний день. Такие же треноги, штативы. Такие же или чуть легче камеры. А вот это уже ушло в прошлое. Специальная держалка, чтобы голова во время длительной выдержки не шевелилась. Вы не узнаете их? Ну, конечно, это было давно. Это изобретатели фотографии. Йепс, Даггер, Тальбот. Вот они так, независимо друг от друга, пришли к общей идее, осуществили ее, запечатлели себя, а дальше... Ну, а дальше попробуйте узнать, кто это. Это Тургенев. Этого человека вы, конечно, узнаете. Толстой. И фотография довольно известна. И облик уже нам, благодаря фотографии, привычен. Глинка. Возможно, это один из редких снимков. Возможно, это вообще единственный. Но по этой фотографии мы узнаем Глинку. А это гость с Кавказа, Шамиль. Я, глядя на эту фотографию, впервые представил, в каком возрасте он был. Тютчев. Все эти фотографии сделаны Сергеем Левицким, известным русским фотографом середины прошлого, да и конца прошлого века. Генерал Скобелев. А это царская чета, Александр II с супругой. Можно о каждом что-то сказать, кто изображен на этих снимках. Это разные люди. Государственные мужи, военачальники, поэты, писатели, декабристы. Люди самые разные. Но объединяет их что-то одно. Масштаб личности, я бы сказал. Значение, значительность, которая читается в этих лицах. Только ли лица в этом повинны? Ну, безусловно, лица, конечно. Но и фотография тоже. И мастерство фотографа, который сумел столь внимательно и с таким значением рассмотреть каждый штрих человека, каждый извив его души. Знакомое лицо, правда? Фёдор Михайлович Достоевский. Писемский. Сегодня они смотрят прямо как живые. Как живые. Так, собственно, в этом-то и достоинство фотографии. Запечатлеть навечно. Вот они, навечно запечатленные солдаты. Позируют, видимо, в ателье. Такие немножко наигранные позы. Но это самое первое светописное изображение. Самое первое светописное изображение. Дагерротипы. А вот камера, которую можно встретить и сегодня. Называется дорожная камера, хотя по виду не скажешь, что она такая. Но такими камерами снимали и тогда. И делали вот такие миниатюрные портретики, их обрамляли. Этакая визитка. Мы не ставили целью, допустим, показать историю фотографии. Показать какие-то
определить разделы фотографические, может быть, там по жанрам, по направлениям и так далее. И поэтому все-таки было решено почти половину манежа отдать исторической фотографии, то есть фотографии из музеев, архивов, из частных коллекций. Тем более, что здесь богатейший материал, так как впервые, во-первых, достаются оригиналы, которые вообще никто никогда не видел, из музеев. Архивы открыли, то есть сняли материалы со спецхранения. И поэтому здесь тоже, допустим, из Красногорского архива, из Ленинградского очень много материала интереснейшего. Геннадий Копсов, один из организаторов выставки, сказал, что открыли архивы. И в этом, наверное, одно из достоинств выставки, которая вместила необычайно большое количество того материала, который прежде был недоступен. Но мне бы хотелось вернуться к самому началу изобретения фотографии. Первый снимок изображал мертвый мир. Это был снимок из окна лаборатории на окружающие здания, на окружающие крыши. Но буквально сразу же фотография стала переходить от предметов неживых к людям, к образу человека, к его быту, к его окружению. Вот эти снимки сделаны на Волге. Автор ее, этих снимков и этой фотографии, известный русский фотограф Максим Дмитриев. Когда всматриваешься в эти снимки, то ловишь себя на мысли, что же все-таки в фотографии главное? Умение найти необычный ракурс, чем-то поразить, или просто вот так взглянуть спокойно и запечатлеть надолго, возможно, и на века. Вот так выглядела Москва, а вдали храм Христа Спасителя. Конечно, можно здесь говорить о композиции, как и в этой фотографии, говорить об игре света, в каком-то ритме. Но, наверное, все-таки главное не в том, каким образом изловчился фотограф схватить эту игру теней или иную, а в том, что жизнь была схвачена такой, какая она есть, и нам интересно сейчас ее рассматривать скрупулезно, рассматривать эти лица, рассматривать эту обстановку, видеть своих предков, давних, недавних, самих себя. Такое сейчас увидишь только в кино. А вот первая попытка оживить фотографию цветом. Я думаю, что это просто раскрашенный оригинал. Но тем не менее, уже тогда, видимо, зарождалась мысль, а нельзя ли схватить все богатство красок. Известный фотограф Сергей Лобовиков назвал этот жанровый снимок «Вести с войны». А вот это еще любопытнее снимок. Это отец Шаляпина. Сам Федор Иванович в роли. Мы видим тот же цвет и тот же автор Проскудин-Горский. Турецкая компания 1877-78 годов. Торжественный групповой портрет, заурядная лагерная жизнь, установка станции, обыкновенная жизнь, обыкновенные дни,
только ушедшие от нас в очень далекое далеко. Этот снимок на выставке вызывал у всех необычные улыбки, какие-то теплые. Но действительно, разве можно было представить, что вот так в конце века ездили пожарные, а так и не действовали на пожаре? Это тогда-то, с той неповоротливой техникой, мчаться на пожар, устанавливать треногу, тащить ящики со стеклами-пластинками. И даже успеть на такое событие, как крушение императорского поезда. На этом месте, в Барках, был возведен храм. А здесь мы видим снимок из альбома семейного Александра III, царя. Фотографии, хроники царской жизни. И смерти. А вот это уже событие новое. Коронование Николая II. Парад. Портрет великой княгини Марии Павловны. Николай II и Александра Федоровна на охоте в Беловежской пуще. Первые лица государства и не первые, люди великие и люди весьма сомнительных качеств. Фотография запечатлевает всех. И вот сейчас вы увидите личность весьма легендарную, Григория Распутина. Вот он в приятном окружении. А на этой фотографии Карла Буллы запечатлен террористический акт. Посмотрите, сколько чинов полиции. Госпожа Метла, мы находимся на выставке фотографий, которую сами никогда в жизни прежде не видели такой. Здесь очень большой и, я думаю, интересный исторический раздел. Здесь фотографии, которые были сделаны, наверное, почти 150 лет тому назад. Вы успели ознакомиться с этим разделом? По-моему, это прекрасная выставка. Очень-очень интересная. Особенно фотографии, которые сделали 100 лет и больше тому назад. Особенно фотографии, сделанные во время революции и после революции. Мне очень интересно видеть, потому что я не видела такие фото в жизни. Я думаю, что и тоже вы не много из этих фото раньше видели. Но, конечно, самое интересное, по-моему, это фото, которое сейчас сделано, современное фото. Спасибо. Или особенно фото Родченко, самый лучший все, по-моему. И хотя госпожа Метлок сделала комплимент современной фотографии, а значит и нам, сегодняшним фотографам, но я думаю, мы все-таки воспользуемся выставкой, чтобы посмотреть, вглядеться в нашу историю. Историю не столь отдаленную. Годы революции, годы гражданской войны, но историю очень неоднозначную, очень сложную, по-настоящему еще не расшифрованную.
Фотография создает образ. А что такое образ? Впечатление? А что такое впечатление? Что такое впечатление? Может быть, это сначала мысль, а под нее заказ? Социальный заказ. А может быть, история просто почищает и убирает ненужное на сегодняшний день и оставляет то, что пригодно нам. Милые лица, целеустремленность. То, что работает на идею сегодняшнего дня. Проходит время, проходят годы. Больше человек начинает думать, узнавать что-то новое. И фотография, бывает, поворачивается тоже своей новой гранью, новой стороной. И обнаруживает значительно большее, чем было поначалу заложено в ней, подчас даже самим автором, самим фотографом. К сожалению, те снимки, которые мы сейчас вам показываем, они недостаточно дают нам пищи для размышлений. Разве только то, что мы видим Троцкого, фотографии, которые раньше могли не увидеть. Но в них не схвачен, мне кажется, все-таки в полном объеме тот мир. Тот мир необычных отношений. Вот перед вами красный командир Миронов. Судьба его была предрешена уже тогда, в те годы. Он был расстрелян. Обвинен, как выяснилось впоследствии, неправомерно. И уничтожен. Фотография доносит до нас образ бойца, может быть, истинно народного бойца, может, настоящего, безупречного защитника крестьян. Фотография и сегодня не всегда поднимается до полной, до абсолютной правды. Фотография всегда несет отпечаток субъективизма не только того человека, который делает ее, но и определенной суммы взглядов общества на данный момент. И поэтому те фотографии, которые мы сегодня рассматриваем, мы обязательно должны корректировать время. Да, это лица, которые были, да, это события, которые происходили, но и сейчас мы можем подумать, а все-таки что осталось за кадром? Что осталось еще не выяснено? Может быть, еще не все архивы подняты? Может, где-то находится то, что нам полнее раскроет историю? Великолепная компания, правда? Иосиф Виссарионович. Рыков. Зиновьев. А это любимец партии. Бухарин. Николай Иванович. Неразлучные друзья. Друзья до гроба. К сожалению, в зловещем смысле этого слова. Вот тоже любопытная фотография. Лица любопытные. Рядом с Хрущевым Жданов. За ним Маленков. Рядом со Ждановым Каганович. Ворошилов. Опять Иосиф Виссарионович. Молотов, Калинин, Тухачевский. Ну а это дядя Лаврик, Лаврентий Павлович, Светлана Аллилуева, дочка Сталина, ну и сам отец народов. И в этой обстановке летней, дачной, он занят своими делами. Какими делами? Многого стоит этот снимок. Василий Блюхер. Хороши, ребята, делом заняты.
разбирают, а попросту сносят Симонов монастырь. Но не все, к счастью, успели снести. И вот, словно искупая прошлые грехи, выставка отдает значительное место фотографии религиозной. Здесь и служение, и крещение. Словом, обычная когда-то и возрождаемая ныне духовная жизнь. Владыка Петелин, как я здесь узнал, вы фотографию любите, знаете в ней толк и даже сами ею увлекаетесь. У меня такой первый вопрос. Как вы видите фотографию в ряды других искусств? Я бы сказал, что фотография – это синтез многих искусств. И главным образом искусство поиска и терпения, выдержки. Я очень высоко ценю фотографии. Сказать, чтобы я ей увлекался, нельзя, потому что слишком много других ответственных обязанностей, которые не позволяют мне увлекаться чем-нибудь одним. Я люблю и музыку, и живопись, и фотографии. Это действительно синтез искусств. Поэтому мне кажется, что овладение камерой очень важно для человека, для развития ее внутренних душевных способностей. Внимание, прежде всего, избирательности, композиции, чувство цвета, объемы света. Я больше всего, если так можно сказать, люблю свет во всех его проявлениях. И поэтому вот даже цвет этого света, он уже имеет большое значение для фотографии. Не только для цветной, даже для черно-белой. Утренний свет вы никогда не сравните с вечерним. Одна из моих идей, которую я так и не смог воплотить, может, кто-то из моих учеников, это сделать очерк на слова молитвы «Свете тихий», посвященный вечернему гимну об Иисусе Христе. То, что мы сегодня слышали здесь. Да. А как вы начинали, как фотограф, как фотолюбитель? Все-таки расскажите, это интересно. Это была драматическая ситуация. В нашем доме лейка появилась в 35-м году. Я сделал фотографию своей покойной теперь уже сестры, не зная ни законов оптики, ни перспективы, сняв ее читающую книгу на коврике в саду. И сами можете понять, когда я снимал ее с ног, это получились большие ступни и очень маленькая голова. С тех пор она категорически запретила ее фотографировать. Так я и не смог сделать при жизни ее хорошего портрета. А скажите, вот здесь представлен стенд Русской Православной Церкви, и я знаю, что вы главный, так сказать, под вашим патронажем это сделано. На мой взгляд, в основном фотографии характера информационного, документального. Какие вообще направления вот церковной съемки? Как работают фотографы? Мы родились как школа церковной фотографии, именно как репортажная. Потому что нам было очень важно осуществить тот принцип, который, как я сказал, был нашим ведущим. Это образ и жизнь, икона и жизнь. Поэтому показать церковь изнутри, через сознание верующего фотографа, для нас было чрезвычайно важно. Не сенсация, не красивость, а именно ее содержание. Вот это и позволило нам дать ту серию фотографий, которые вы видите. Но поиск идет, и наши молодые фотографы ищут также формы выражения и современными методами. Но это уже язык символов, который не всегда может быть уместен в церкви. Я очень люблю контражур, где главный объект съемки является свет. И, наверное, черно-белый
больше любите? Черно-белый, да, конечно, он аскетичный, он серьезный совершенно жанр. Но ведь и в цвете тоже очень хорошо этот контр-ажур выглядит. Особенно если это осенние или ранние весенние листва, когда каждый листок начинает жизнь своей самостоятельной жизнью. Это увлекательно. И она даже забываешь снимать, настолько залюбуешься. Вы поэт фотографии, это точно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я вырос на Тютчеве, Лермонтов, поэтому мне это дорого. Это чувствуется. Спасибо. Спасибо. А это фотографии относительно недавние. 30-е, предвоенные годы. Живы еще некоторые авторы этих снимков. И уж тем более живы те, кто помнит эти дни, кто видел это, кто сам вот так катался, может быть, если не на лихаче, то на колбасе трамвая, кто также маршировал в парадах физкультурных, кто также спешил на футбол, на крыше троллейбуса или просто вот так, догоняя троллейбус. Да, это дни уже знакомые нам. И это одна из последних фотографий Горького. И Ворошилов со Сталиным, снимок очень известный. Но опять же я говорю, как на него смотреть? Как и на эту фотографию, как смотреть? Нет-нет, это еще не война. Это если завтра война. И вот это завтра. Вот война. Военные фотографии впервые прорвало у нас полосу молчания, полосу недоговоренности. Это знаменитый снимок Анатолия Гаранина «Смерть солдата». Но сколько фотографий по-настоящему драматичных, по-настоящему истинных, подлинных, мы увидели не только на этой выставке, но за последние 20 или 30 лет. Военная фотография впервые показала нам всю глубину советской, документальной, художественной и просто хроникальной фотографии. Не менее известная фотография Озерского «Солдатский труд». Сколько этих фотографий безымянных, сколько фотографий известных, известных мастеров, но в целом все это огромное народа. Это штука-то особая. Это видение. И если мы сюда прибавляем что-то, вот кто-то говорит, вот я украшаю, вот мне разрешите. Вот там, например, есть фотографии, где перфорации кусок присутствует, как оформление кадра. Я благодарен им только за одно. Там нечаянно проскочила цифра 88G. Это вот только для этого, если, тогда можно, чтобы знать, когда это было, где это было. А в общем-то фотография – это видение, и ничего привносить в нее не надо. Так вот та фотография, которая вот там в том углу, фотография 20-х, 30-х годов, фотография любимого, уважаемого нами Игнатовича Бориса Селдовича. Я не знаю Родченко, я не знаю тех других мастеров, но вот он для меня олицетворение той фотографии. Это что-то прекрасное. Кстати говоря, на этой выставке очень много правды. Правды прошлых лет. Правда, современной. И сила этой всей выставки заключается в том, что мы сейчас можем говорить правду. Думаю, что прав Петр Носов. Можем говорить правду. Это не значит, что правда родилась сегодня. Вот мы вам показываем один из серии снимков Дмитрия Николаевича Бультерманца. Серию, которую он назвал «Шесть генсеков». Вы видели Сталина, шагающего по площади в окружении своей рати.
Вот Никита Сергеевич Хрущев. Широкая душа. Леонид Ильич. Правда? Правда. Андропов. Все правда. Правда в мгновении. Мгновение вечности. В этой вечности глубина. И, может быть, ничто так не может дать точную характеристику и никто, как фотография. Она мало что акцентирует, но в то же время ее случайный, казалось бы, взгляд очень многое говорит для наблюдательного глаза. Ну что ж, выставка разнообразна. Она представляет подчас крайние взгляды, крайние точки зрения и на фотографию, и на жизнь. Ну что ж, плюрализм. Так что я думаю, каждый из нас сам разберется, что ему по душе, по вкусу, по нраву. А пока я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго. До свидания.